Запускаем платформу. В открывшемся окне вводим логин и пароль, которые мы получили после регистрации бесплатного доступа. Далее по желанию активируем автозапуск платформы, который не требует последующего ввода логина и пароля. И по желанию также сохраняем пароль. И нажимаем логин. В открывшемся окне у нас доступен стандартный список инструментов. Добавить инструменты можно в поле Symbol. Вбиваем тикер. И далее можем передвинуть тикер в удобное нам место. Для открытия графика кликаем на кнопочку Chart на панели управления. И далее можем одним кликом по списку инструментов перемещаться между графиками различных инструментов. Для открытия полноценного графика в разделе Component нажимаем Chart, вбиваем тикер, выбираем тип графика, таймфрейм и кликаем Apply. Для открытия второго графика будет достаточно просто клонировать уже открытый график. Setup, Clone Window, и у нас открывается второй график.